Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Brutal Street 2. Ну что ж, поехали, у нас новая арена. Чибуя или Чибая. Очень важно. Поехали. Хоп-хоп. Все отлично. Так, и кто у нас тут? Опять куряки и отхилки. Ладно. Займемся, пожалуй. Ага. Промахнулись маленечко. Ну да ладно, ничего страшного. Сейчас мы эти позбиваем. Посмотрим, что там у нас есть. Хот-дог я вижу. Это уже хорошо. Так-так-так-так, отцепись. Вижу дробовичок, ребята, надо взять его. Слушай, в какого фига вы вдвоем тут на девчулю на мою напали, а? Не припухли ли, сынули? Давай-давай, бегай. Перехватывайте его. Так, что там? Сыпь, что ли, или что такое? Ну-ка, иди-ка сюда, возьми, попробуй эту штуку-дрюку. Да, ребят, действительно, у него цепи. Ух, египетский ты насос. Что он вытворяет? Просто чудеса какие-то. Прописывает на лжбан, я бы так это сказал. Давайте следующее. Блин, жалко, что у меня хилка не может даже ничего делать. Не ударить, блин, ничего такого. Печалька какая-то просто. Давай-давай-давай-давай, массовый отхил этот с трубой докопался до нее, а? Черт бы его побрал. Давай его атаковать. Вот так вот. Нечего тут сопли жевать. Так, они мне сейчас этого еще запинают. Этого только не хватало мне, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо все. Да цепись ты уже, достал. Девочка, отойди. Давай делаем отхил. Ух, вроде бы пока держимся, но это пока. Так, 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 стрелка. Ху, нафиг, стрелок выдержал. На последних порах, так сказать. Ну, уровень-то... Тихо, тихо, кто там едет? Блин, байкеры тут еще всякие. Давайте отхиливать снайпера нашего. Ух, жестко-жестко. Но терпимо, пока еще терпимо. Так, все замечательно. Так, отходим, 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 отходим. Вот как вот я должен здесь, извините меня, сразу двумя управлять, а? За долю секунды убрать и этого, и того, блин, нереально. Давайте подхилим своего боксера. Так, что там за новая цель? Ага, понятно. Бешеный гонщик Басоки. Я его так назову. Бешеный гонщик Засыхи, ёлки-палки. Так, отойдем, отойдем. Давай, стреляй в хиллершу. Нечего ей там стоять, наслаждаться жизнью. Угу, с ножом, значит, идет. Ладно. Давай, боксер. На перехват. Вот так вот. Ну, как-то не айс. Не айс. Я думаю, в чем проблема? А она, значит, хилит. Вот оно в чем дело. Ладно, все равно стрелок у меня сейчас застрелит этого бандоса по любасику. И теперь вот эту вот чувырлу мы будем бомбить. Все. Так, что такое? Выбежали, выбежали. А ну-ка, дядя, зажарь-ка. Четко все вышло, почти что четко. Ха-ха-ха-ха. Круто. И тебе на дорожку. Вот так вот. Блин, ну это еще не все. Это только, я так понимаю, начало, ребята. Это первая миссия второй арены. Жесть. Надо будет как-то, не знаю, усиляться, что ли. Мы так далеко не уйдем. Так, кто тут прыгает? Ну давай, 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 спрыгивай. Займемся этим сосунком. А ты у меня будешь отхиливать моего стрелка. Так, подожди, у тебя самого и там хп-то еле-еле. Это плохо, это очень плохо. Черт подери! Совсем
паршиво. Я не знаю, сейчас она погибнет у меня, блин. Это никак не избежать пуль. Ну, давай хилимся. Пойду-ка я нафиг за броником схожу. От греха подальше. Все, вроде бы успел. Но этот докопался, а? Вот сморч, а? Да что ты делаешь-то? Ух! Вот это вот, ребята, уже все, это уже плохо. Не знаю, сможем ли мы здесь выстоять без хилки-то? Чё-то я сомневаюсь. Бомбить, кого получится. Так, еще выстрел. Нет, 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 сейчас подобьют они мне. Стрелка моего, к сожалению. Ну, нет, вроде бы боксер перебил. Ух, все-таки мы справились, ребят. Ну, я вам скажу, жесткий был бой. И всего $19 мы получили. И маузер. Ну что же. Так, а это что такое у нас? Опачки. Магазин, что ли? И он нам предлагает супер штуки. Вот сколько это стоит? $320, да? А у меня 134. А это 780. Обалдеть просто. Да, расценочки-то у него не шуточные. Ну, если мы, например, вот это продадим. Ой. Куда я дел ее? Эй, хорош, завязывай давай. Так, у нас здесь, кстати, еще ревард, да, я так понимаю, есть. За миссии. Опачки, 52 кинских. Плюс мы получаем дробовичок. Ну и вроде бы как все. Так, давайте-ка зайдем в статус. И выберем вот этого. Посмотрим, насколько крут у нас дробовик. Так, еще разок сравнить. 86. 108. Хо-хо. А этот? Фу. Слабоват. Так, что у нас на мужичка? На мужичка нифига нету новенького. На девчулю у нас, к сожалению, тоже ничего нет хорошего. Хотя, почему вот эту я штуку-то снял? Ё-моё, и без неё ходил? Ой, дурила. Так, ладно. Ну, вроде бы как всё. 188 баксов, чёрный рынок. А как, например, продать? Вот, например, я выбираю вот этот костюмчик. Ага, за 4 бакса. 37. Ага, эти по 11. Что мы сможем купить-то? За 200 баксов. Это для кого, интересно, вот эта штука? Same skill, same skill. А, посмотрите, если мы собираем определенный комплект, у нас получается, ну, как бы взаимодействие. А. Да, вот это вот интересный самурайский меч. Кому он подойдет? 220. Так, тут 11, 11, 20, это всего 200 будет. Не хватает. Ладно, тогда пойдемте А это что такое? 119 рублей за что там, не пойму я. Ладно, это нам и не нужно. Ладушки, давайте тогда атаковать. Подождите-ка, сейчас я тут гляну кое-что. Ага, за 30. Дудки уж. Я как-нибудь сам справлюсь. Поехали! Ну что же, сейчас у нас, по крайней мере, стрелок с дробовиком. Я думаю, будет немножко попроще. Это все-таки не с пистолетика бомбить. Так, кто тут у нас? Идет первая жертва. Слушайте, с дробовика намного круче он бомбит, если честно. Тут даже чувствуется. Так, давайте вот эти вот все разбиваем. Так, отцепись от моей девочки, блин. Давай-ка гасить этого сосунка, блин, достал он тут шоркаться.
Вот это другой разговор. Так, боксер, ты какого фига не прикрываешь? Черт подери. Со всех щелей просто лезут. Отойди. Ха-ха-ха, не тут-то было. Сосунок. Да портани ты его. Так. Смотри, смотри, что творят. Так, массовый подхил. И физуху усилим. Черт подери. Так, боксер, я смотрю, там для тебя есть цепи, возьми их. Теперь давай эту хилку бомби. Вот так вот мы сейчас. Опа, как вам, понравилось? Эй, стрелок. Сматывайся оттуда. Давай-ка прижарим их с дробаша. Готовченко. Хилься, хилься. Так, этот у нас не может взять дробовик. Поэтому пойдет возьмет у меня стрелок. Блин, нужно как-то, я не знаю, изучать массовый хил или улучшенный хил у хилки. Потому что, ну так дела не пойдут у нас дальше. Ну-ка, что это такое за... Неплохо, неплохо. Ноги, руки, все в разные стороны разлетается. Вот так. Так, ты куда мне побежал? Ну давай пропишем удар. Пока вроде бы все неплохо. Так, ты у меня кого? А, ты у меня хилишь стрелка. Ладно, сгодится. Еще двое тут осталось у нас, я смотрю. Прописывай. Вот так вот оно будет лучше. Ну, тем более двоих. Ух, сейчас это с дробовика. Так, тихо. Вот эти вот нам не нужны здесь. Давай-ка жарить. И еще прицельным. Так, и вот таким еще. Да, конечно, дробовик, я вам сразу скажу, в разы хорош. Мне такое впечатление, что скоро здесь враги будут тоже применять какие-нибудь суперудары. Так что особо расслабляться мы не будем. Черт! Да отойди ты оттуда! Так, боксер, давай перехватывай. Так, отлично. Теперь хилимся. Так, вот этого зажарим. Блин, почти готов. Готовченко. Что ты там хилишь? Сейчас тебя все забомбили. Ой! Как же я так не увидел, что там издалека вот этот чувырло бомбит. Тихо, отойди. Ух. Успели вовремя. Давай, прижусь. Блин, ну все равно сейчас застрелят же гады мою подхилку. Чепушила хрена. Ну вот как вот я здесь должен, извините меня, выживать, блин? Она не может сама себя хилить, идиотка, блин, это. Все, я надеюсь. Конечно, ага. Для меня специально тут все, блин. Походу дела, это только начало. А теперь придется мне стрелка спасать. Давай, бортани там всех. Так, стрелок, что у тебя там есть? Давай вот этим ударом. Нормуль. Давай теперь так. Нет, тут нереально как-то, я не знаю, как мы тут будем выживать. Давай, ох, ё-моё, тут еще и этот вышел. Все, без подхила тут делать нечего, ребят. Вот я вам скажу, и этот точно. Давай, удар этот, сейчас его колбаснут. Тащи, стрелка колбасят.
Да куда ж ты, боксерушка? Все, боксера завалили, ну и, соответственно, стрелка сейчас тоже добьют. Ничего тут не поможет нам. О! Хиллеры хреновые, а! Да, конечно, повторить. Да во всем виновата эта хилка, блин. Ни хрена не может ничего делать толкового, блин. Тупорылая, блин. Давай, иди, бомби. Так, ладно, ну с этим мы справимся. Надеюсь. Куда этот идет с ножами, а? Опять на хилку лезет. Ну, естественно. Пофиг ему, он бессмертный, блин. Чихать он там хотел. Так. И отходи оттуда. Я с ума сойду делать отхил. Выхода я не вижу пока. Так, давай этого отхил. Ну вот смотри, что творит, а, опять. Надо этих стрелков, блин, они все на мою хилку лезут, блин. Ну давай ты отхиливайся, что ты стоишь там, тупишь, блин. Так, ладно. Давай, стрелок, пора жечь. Так, теперь вот так вот сделаем. Все в них, да? И опять они в хилку мою бомбят, а? Ну-ну-ну-ну-ну, давай, отлично. Отлично, успели вроде бы. Вроде бы как успели, блин. Ну кто опять в тебя стреляет, а я не понимаю. Хилки достали же на самом деле. Надо их гасить. Вот, а есть тут что-нибудь вообще хоть? Молодец, броник взяла. Ой, жесть. Так, кастет это у нас для этого. И все. Больше ничего, к сожалению, нету. Ты там не хейкай, а хилься давай, дурила. Нет, тут надо хилку в любом случае прокачивать. Жесть какая-то идет. Смотрите, они друг друга отхиливают. И никакого практически урона мы не наносим. Дайте-ка я возьму кастеты. Потому что я чувствую, сейчас выбежит еще волна. Вот они. Ну-ка, вот так вот весьма... Ох ты, красота. Как раз он там встанет пока. Так, мы здесь сделаем отхил. Вот так. Главное не проворонить чувачка, который будет тут стрелять. Он как бы основная причина нашего проигрыша, потому что он убивает хилку. Да получи ты, гад. Так, давай прикроем нашего боксера. Заодно подхилим его. Так, эти два олуха стоят. Вот они вышли. Ну что ты там это? Давай вот этим выстрелом. Так, вот о чем я вам и говорил. Теперь надо мне прикрывать. Иди ты кем разбирайся. Щет, а? Жесть какая-то. Давай так сделаем. Готов. Огурец. Так, теперь убиваем отхилку. Так, этот с трубой за кем? За мной побежит или куда? Блин.
получи. Так, с другой ты не копался, а? Бежит и все, да хоть ты тут тресни. Ничего его не останавливает. Ну сейчас мы его остановим. Так, давай, Хилка, беги быстрее. Ешь бутерброд. Который почему-то ничего не сделал, абсолютно. Так, давай дальше. Так, отойди оттуда. Так, Хилка, давай держись. Сейчас мы сделаем массовый отхил, хоть немножко проживем еще. Ух, замечательно. Пока выживаем. С горем пополам. Ну, что есть, то есть. Так, боксеришка, давай-ка вот эту вот докумаривай. Нечего здесь землю топтать. Смотри, что сделали. Раздавили. Так, отхилку срочно убираем. Черт подери, что творят? Да уйди ты оттуда! Да не ты! Ой, дебилка! Я, конечно, всякое мог представить, но вот так вот, чтобы тупить, это, конечно, чересчур. Ну ты пришибешь или нет? Фу ты, придурочная, а? Вот она меня бесит. Ну и что мы тут теперь сделаем? Опять на том же самом месте, и опять та же самая фигня. Не знаю. Как нам тут проходить, ума не приложу. Опять же, без подхила. Давай, вали этого дурика. Ну? Да ё-моё, ну да добей ты этого говнюка. Так, ладно, нормуль, давай теперь вон того хламона. Шикарно. Давайте их брохнем. Кто-то пристроилась, смотрю. Готово. Теперь вот этого хламона. Надо бегать нафиг. Постоянно надо быть в какой-то движухе. Да что ж ты? Оо, по хп-то все, ребята. Да, это жесть. Это просто жесть.